летали явно не груши, поплыли туманы над рекой. Выкатила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Песни военных лет звучат на сцене Дома дружбы народов. Чувашские творческие коллективы вспоминают ушедших героев. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому в год 75-летия Победы концерт проходит без зрителей в зале. Мероприятие транслируют в интернет. Сегодняшний праздник, пусть он немноголюдный, но я всей душой посвящаю своим родителям, потому что для меня это очень трогательно. Все, что мы можем сделать для своих ушедших, для тех людей, которые прошли войну, это помнить и благодарить. В Самарской области созданы национально-культурные объединения чуваши. Одно из них – общество «Пихиль», что в переводе на русский означает «благословение». Администрация Самары оказывает диаспоре не только информационную, но и финансовую поддержку. Так были выделены субсидии, чтобы сшить для членов коллективов военные костюмы к фестивалю патриотической песни. Чувашские национально-культурные общественные объединения, наверное, самые многочисленные в количественном смысле. И поэтому неудивительно, что они принимают участие во многих национальных и межнациональных мероприятиях. На Самарской земле проживает около 90 тысяч чувашей. Благодаря работе национальных объединений вот уже много лет они сохраняют свои самобытные традиции. Мария Елчан, Василий Колдашов, «События».